Лучших вожатых выбрали в Тюменской области. На базе загородного центра «Алые паруса» состоялось ежегодное торжественное мероприятие «Вожатский круг». Уже в 8-й раз на него приехали лучшие вожатые от каждого загородного центра области. 15 человек были отмечены памятным знаком, удостоверением. Еще 14 стали победителями народного голосования. Вожатый – это второй человек в лагере после ребенка, поэтому на сегодняшний момент, конечно, подвести итоги, подвести итог результатов каждого лагеря и найти самых лучших, поощрить, конечно, это очень важно.